Барнаул-Славгород. Самый быстрый из скоростных пригородных поездов сегодня отправился в свой первый рейс. От начального пункта до конечного 6,5 часов, что быстрее, чем на автобусе. Если до этого пригородное движение охватывало 7 городов и 16 районов, то этим поездом охват возрастет до 9 городов и 23 районов Алтайского края. Поезд состоит из новых вагонов, которые пришли в этом году. А в этом году на Алтайский край поступило 30 новых вагонов. Для того, чтобы по приемлемым тарифам, по приемлемым ценам можно было бы работать Алтай пригороду, необходимо, безусловно, и капитальные вложения. И сегодня это происходит. Миллиарды рублей вложенных средств только последние 30 вагонов, которые уже поступили, это почти 2 миллиарда, наверное, 100 миллионов рублей, около такой цифры, почти 70 миллионов каждый стоит, каждый вагон. Современные чистые вагоны, мягкие кресла, система климат-контроля, обеззараживание и телевизор – все для комфортного времяпрепровождения. Таких условий пассажиры ждали давно. Несколько лет назад был день железнодорожника, и мы ездили, наша компания представляла вагоны в город Славгород. И уже в то время жители города Славгорода были очень востребованы и хотели, чтобы мы запустили к ним поезд с такими новыми вагонами, комфортными условиями, с предоставлением различных услуг. То есть это, наверное, более 5 лет мы это все готовили, прорабатывали. Я вообще железнодорожник с большим стажем, пришла посмотреть новый поезд, новый, очень красивый, современный. Я думаю, удобный. Вагон. Это такой подарок для наших тружеников Алтая. Ну, дорога автомобильная не очень хорошая в данном направлении, поэтому поезд давно ждали. И это, конечно, более комфортно, более быстро, удобно, тем более зимой. Также в РЖД отметили, что маршрут позволит соединить между собой важные населенные пункты и снизит нагрузку на автодорогу по направлению Барнаул-Яровое, особенно в летнее время. Мария Мацаев, Александр Антропов. День с толком.